Хочу показать сегодня в этом видео необычный цвет пламени газа. Обычно пламя газа имеет такую голубую светлую окраску, но сегодня у нас почему-то газ светится красным цветом. Вот сейчас зажигаю, показываю. И это на всех конфорках. Мы думали, может, что-то попало на конфорке было. Вот я позажигаю, покажу, что видите. Вот это необычное явление. Если кто-то может объяснить, рассказать, с чем это связано, оставляйте свои комментарии. Вот. Все четыре конфорки светятся таким розовато-красноватым пламенем. Какое-то необычное явление. Посмотрим в духовке, такого же ли цвета пламя тоже. И в духовке тоже пламя, не знаю, там видно, не видно, если вот посмотреть, в духовке тоже. С чем же это связано? Почему пламя окрашивается в красный цвет?